Всем привет! Сегодня будет видео из раздела оборудования мастерской. И я буду делать одно очень полезное приспособление, о котором хоть раз задумался каждый владелец мастерской. Для изготовления которой я приготовила старую насадку для пылесоса, шланг от сифона 50 на 40, три хомута червячного типа, муфта 50 на 40 сантехническая, тройник вентиляционный диаметром 100 мм и труба вентиляционная тоже диаметром 100 мм. А еще понадобятся обрезки фанеры и мощные магниты со сложным названием. Я начну с разборки насадки для пылесоса. Мне нужна только вот эта вот часть с прямоугольным раструбом. В результате манипуляции со стамесками получилась вот такая вот фигурная заготовка. Но, возможно, в вашем случае будет более простая деталь. Теперь мне нужно просверлить отверстие и вклеить туда магниты. А теперь мне эту заготовку нужно распилить. Для этого я воспользуюсь японской пилой, потому что у нее очень тонкий рез. Пока сохнет краска, я займусь изготовлением переходника с диаметра этой вентиляционной трубы на диаметр меньше трубы от сифона. Для этого я воспользуюсь токарным станком. Я уже насадила заготовку на планшайбу. Осталось только померить внутренний диаметр трубы, выточить деревянную фанерную заготовку. Далее я просверлю отверстие под более маленький диаметр, и все это соединю на клей. Теперь в этом переходнике я сделаю отверстие под диаметр этой трубы 40 мм.
теперь соединяем наши заготовки вместе. Приспособление практически готово, и теперь остается его установить на место назначения. А если вы еще не догадались, что это такое, то это стружка отсос для ленточной пилы. Именно туда сейчас я его установлю. Эти две половинки пылеуловителя устанавливается под стол с двух сторон от ленточного полотна. И они специально распылены пополам, чтобы была возможность их туда установить. А теперь к отверстию я подключу шланг от стружка-отсоса. С тех пор, как у меня появилась ленточная пила в мастерской, я ей очень часто пользуюсь. И многие операции выполняю ей, и она отчасти заменила собой циркулярную пилу. Это очень удобный инструмент, но у него есть один недостаток. Он вырабатывает достаточно много мелкой пыли. Теперь у меня в мастерской появился стружка-отсос, и поэтому я решила сделать пылеуловитель для ленточной пилы. А также в мастерской появилась система фильтрации воздуха. И я могу показать, насколько сильно фильтр забивается этой мелкой пылью. Вот так вот выглядит фильтр в системе пылеудаления. Это его чистая сторона. И вот так вот выглядит то, что он улавливает у меня в воздухе. Теперь я хочу провести испытание и посмотреть разницу, как работает пила с пылеуловителем и без него. Для начала я сниму пылеуловитель. Это достаточно просто сделать, потому что он на магнитах. И распилю этот брусочек без него. Как видите, пила производит очень много пыли, и на камере может быть не видно, но вся эта пыль летает в воздухе. И сейчас я хочу установить пылеуловитель, включить стружка-отсос и попробовать, как работает пила с моим устройством. Я предварительно пропылесосила после первого испытания пилу, поверхность и внутренность, и сейчас я установлю пылеуловитель. Включу стружка-отсос и посмотрим, как теперь будет работать пила. Итак,
При распиле я заметила, что пыли намного меньше. Обычно поверхность стола, вот эти вот места, сразу же на них оседает много пыли. И я хочу посмотреть, что произошло внутри. Обычно там тоже собирается куча пыли. Можно сказать, пыли практически нет. Что очень удивительно. Обычно в этих местах тоже скапливается целая горка, даже от небольшого распила. Надеюсь, это видео и приспособление будет полезно также и для вас. И если вам понравилось, можете поставить лайк и подписаться, если вы не подписаны.